Дорогой Рафис Хатыбович, поздравляю вас с большой и уникальной датой, 50-летием. Это юбилей. Юбилей праздновался в глубокой-глубокой древности. Раз в 49 лет, 7 месяцев и 10 дней. И праздновали его целый год. И жили урожаем 48 года. Юбилей – это рев бараньих рогов, возвещавших веселье. И я вам желаю в этот большой день радости, веселья, но в первую очередь здоровья, благополучия и счастья, как вы его понимаете. И успехов, конечно, в вашей плодотворной работе и труде. Еще раз с юбилеем! Ваш друг Андрей Гладков.